26 апреля 1986 года произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества. В станице Северской у памятной стелы участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции провели траурный митинг, посвященный 38-й годовщине со дня трагедии. Почтить память ликвидаторов аварии пришли участники тех страшных событий и неравнодушные жители нашего района. Мы, молодое поколение, те, которые видим вас и общаемся с вами, благодарны вам за это, за ваш подвиг и за ту правду, которую вы нам рассказываете об этих событиях. Вы должны помнить о тех героях сегодня, которых нет, светлые вечные памяти. И дорожить теми, которые вот здесь сейчас с нами, живы. За все время в ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тысяч человек. Среди них около 12 тысяч жителей Кубани. Из Северского района 262 человека. К сожалению, многих из них уже нет в живых. 26 апреля мы должны помнить об ушедших из жизни наших товарищей, чтить их и уважать, что они отдали свою жизнь самоотверженно, трудясь на объектах укрытия по ликвидации последствий катастрофы. В память о погибших объявили минуту молчания, а после возложили к стеле цветы. Для нас Чернобыль не только катастрофа, которая никогда не должна повториться, но и пример героизма и самоотверженности каждого ликвидатора.